Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня обзор моего маленького заказа, второго заказа из второго каталога компании Oriflame. Решила его показать, хоть и всего 88 баллов, но есть кое-что интересное, и самое главное, в этом заказе есть продукция из каталога Выгода Плюс. Я сбросила ссылку в свой клиентский чат с картинками, видео свое, которое я записывала, и мне быстренько накидали оттуда заказов. Итак, поехали смотреть. В этом каталоге особое интересное предложение для мужчин, поэтому у меня в заказе несколько наборов. Сейчас я их достану, хотя бы чтобы показать. Несколько наборов для мужчин. Коллекция называется North for Men Sub-Zero и... Правильно сказала? Sub-Zero? Да, Sub-Zero. Что входит в коллекцию? Шампунь для волос и тела с эффектом увлажнения, то есть не пересушивает кожу. Мыло, такой большой квадратный кусочек, так поближе буду показывать, и шариковый дезодорант. По статистике многие мужчины предпочитают пользоваться именно шариковыми дезодорантами, такая форма им удобнее. Смотрите, что интересное в этом каталоге. Для мужчин на мужские наборы проходит акция. И если заказать набор из трех продуктов, то он будет стоить всего 399 рублей. И у меня в заказе таких наборов целых 4. Вот я их все достаю, потому что это выгодно. И если вы клиентам показываете выгоду, они будут заказывать. Если выгоду не видят, соответственно, заказывать не будут. А есть еще также возможность заказать второй набор. В него входит пена и гель увлажняющий после бритья за 299 рублей. И одна клиентка решила поступить таким образом. Она заказала такой набор и такой. То есть получается, набор для мужчины будет состоять из 5 предметов. Пена, шампунь, гель, дезодорант и кусочек мыла. Смотрите, как здорово! Большой, такой солидный, красивый набор, который удовлетворит потребности мужчины сразу. Мыло упало. Ладно, расставляем все красивенько. Так вот, вот так. Вот, получился такой вот большой заказ сразу на мужские наборы. Далее, зубная паста. Кстати, забыла заказать пасту, почему-то указала циферку 1, хотя хотела сделать их штук 5 в заказ. Это паста освежающая, то есть гель-паста. Кстати, одно время я ее не любила и вообще не заказывала. А потом прошел большой какой-то перерыв, и я заказала ее, и сейчас так нравится. Видно, вот, ну, как-то вот поменялось, что, может быть, паста изменилась. Очень нравится, пользуемся с удовольствием, и есть уже клиенты, которые заказывают ее на постоянной основе. Не падать. Паста очень хорошая, паста одобрена шведскими стоматологами, и после нее такое вот свежее дыхание, так долго свежесть во рту. Рекомендую. И еще я рекомендую использовать сразу несколько паст. Например, утром отбеливающие можно воспользоваться, на ночь защитную или освежающую, или пасту с травяным комплексом. Мне они все нравятся, поэтому мы их открываем сразу все 4 и пользуемся кому какой хочется. Так, и это еще не все. Смотрите, это удивительный такой продукт, даже немножечко, да, можно испугаться. Инструмент для удаления мозолей. Вот так он выглядит. Я единственное, что не поняла, здесь есть еще, оказывается, дополнительные лезвия. Видите, как здорово. То есть если насадочка затупилась, значит, здесь будет две экстра насадки дополнительные. То есть это для тех людей, у кого проблема, и идут как бы, ну, на ножках, да, нарастают мозольки или много грубой кожи. Кстати, очень удобная, удобный гаджет, я бы так сказала. Неудобная штука, а удобный гаджет. Так, еще из каталога средства для умывания 3 в 1. Серия называется Essentials. Надеюсь, правильно говорю.
Так, а это и спецпредложение. Подождите. А, вот еще одна паста. Я молодец, потому что у меня прям клиентка срочно просила. Я думаю, я сейчас ей отдам, а сама останусь без пасты. Нет, все нормально. И себе сразу открою, и клиентке. В этом каталоге классное предложение на помады. Если вы заказываете помаду с определенных страничек, а если быть точнее, то с 3 по 5, то есть у нас входит помада, а со 2 по 5 входит помада новая с эффектом металлик или ультракремовая. И самое интересное, что если вы заказываете такую помаду, а у меня в заказе их 2 от клиентки, то на выбор любой карандаш каждой помаде за 3 рубля. Всего за 3 рубля карандаш. Отличное предложение. И вот клиентка тоже, она хотела брать еще помады как бы разные, но когда увидела, что идет акция на эти помады, то она сказала: хорошо, я сейчас возьму лучше из этой коллекции, чтобы 2 карандашика получить, ну, практически в подарок, а уже в других каталогах закажу что-то другое. Кстати, при заказе, по-моему, от 1000 рублей, мне в заказ положили вот такой гель абсолютно бесплатно в подарок, серии Discover, и еще в такой нарядной зимней упаковке. Я очень рада, я очень люблю подарки, как вы знаете, и максимально всегда стараюсь участвовать во всех акциях, которые предлагает компания, особенно вот таких вот интересных. Так, и еще мне заказали тушь для ресничек Tremendous. Это тушь, которая делает очень густые, распахнутые, длинные ресницы. У нее очень большая пушистая кисточка. И если вы любите такие кисти, обратите внимание на эту тушь. Она нереально такая, делает ресницы пушистые, длинненькие, черные, такие прокрашенные, глазки распахнуты. Тушь прелесть. Так, а это маска скраб 2 в 1. С осветляющим эффектом. То есть если коже противопоказано скрабирование, наносите просто как масочку, держите 10-15 минут и аккуратненько смывайте. Если же можно как скраб, то 1-2 минутки по очищенной влажной коже. Мы работаем подушечками пальчиков, легонько-легонько массируя по массажным линиям, и тоже смываем. То есть средство 2 в 1 и осветлит пигментацию нежелательную и даст увлажнение. Угу. Очистит и увлажнит. Так, и остальное все из как раз каталога Выгода Плюс. Одна клиентка заказала шарф с анималистическим принтом. Кстати, я его вижу первый раз, мне кажется, я его раньше не видела. Если получится аккуратненько открыть, я вам его покажу. Получается, заодно проверю качество. Ух ты, да, он тепленький, хотя ткань тонкая, но по ощущениям очень такой вот прям уютный. То есть этот шарфик летом он согреет, если прохладный вечер, а зимой это вряд ли, но если тепло, а вот прям весна и осень, пожалуйста, он такой приятный по качеству, мягкая ткань. И что интересно, на 40% изготовлены из переработанного пластика. Здорово. Из полиэфира. Да, из переработанных пластиковых бутылок. Представляете, 40% здесь это бутылки. Очень здорово и экологично. Красивый принт. Такая расцветка неброская, но в то же время она всегда является таким хорошим акцентом. То есть если, например, у вас однотонное пальто вот такого бежевого цвета, болотного, мятного или черного, то отличное будет дополнение, ярким таким пятном получится, хотя сам он не очень яркий. Классный шарф, просто прелесть. Мусс для душа сливовый. Кстати, я прям сегодня с ним купалась. Какой же он классный, как одна девушка написала в комментариях: мне так нравится этот аромат, что я хочу, чтобы так пахла вся моя жизнь. И я просто в восторге от таких комментариев.
Я представила, насколько вкусно это все будет. Его нужно хорошо вот так вспенить, то есть так потрясти, чтобы там пенка поднялась. Потом вы надавливаете прям себе в руку такой снежок, он очень густой, плотный получается, и наносите себе на кожу. Можно также воспользоваться губкой или мочалкой, которая хорошо вспенивает, но я иногда просто даже вот наношу после скрабирования для того, чтобы дать увлажнение коже, питание. И аромат, он остается на коже и так вкусно пахнет. Конечно, вся ванна пахнет. Отзывы всегда классные на этот продукт. Здесь у нас кусочек мыла, а мыло, кстати, по-моему, из каталога или из спецпредложения. Да, это мыло в форме елочной игрушки. Заказали два средства, одно я себе, одно заказали для ресничек. Это лучший гель, который я пробовала для восстановления и ухода за ресницами и бровями. У меня были случаи, когда я делала наращивание два раза, и два раза меня спасали эти средства, потому что они помогают быстрее отрасти ресничкам, и они сразу становятся более темными, и можно наносить под тушь. То есть нанесла, чуть-чуть подсохла, сверху тушь, более объемные получаются ресницы и эффектные. И по вашей рекомендации кто-то мне написал, по-моему, Людмила Людмила на кухне, да, очень очаровательное было описание этой бомбочки для ванной, и я решила ее заказать себе. Как же ее распечатать? У меня нет ножа здесь. А как же ее распечатать, не повредив ногти? Она заклеена пленочкой. А я буду пробовать, запишу хотя бы сторис, покажу, как она будет шипеть. Нет, тут сложно открыть. Значит, здесь бомбочка для ванной, цвет, как же это называется у нас, этот кристалл, аметист, с аметистом. То есть это вся серия с аметистом, даже пахнет через коробочку. Я взяла эту бомбочку, хочу попробовать, потому что вы мне рекомендовали. Я бы так не стала брать. Почему-то я так, да ладно, не надо, у меня же пена для ванны есть и всякие масла. Но когда мне так рекомендуют, честно, я не могу устоять. Почему я вам об этом рассказываю? Собирайте себе в копилочку такие рекомендации, то есть читайте комментарии, смотрите отзывы, потому что если вы даже сами не попробовали, но вы можете передать эту информацию другим людям, и у вас будут вкусные эти рекомендации, не просто сухо, ну это бомбочка для ванны, а вы скажете: я читала, девочки писали, что это просто бомба бомбическая, что она очень круто шипит, да, там создает вот эти вот пузырики, очень вкусно пахнет и пенится, поэтому надо пробовать, надо брать обязательно. Видите, даже я взяла, не удержалась. И при заказе из этого спецпредложения вкладывают пробнички. За 3 рубля тоже мне положили Sublime Nature Тонкобин. А, я люблю этот аромат, обожаю. Подарю кому-то из своих клиентов, потому что у меня аромат этот есть. Вот, теперь точно все, пробников нету. Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, мой обзор вам тоже принесет пользу. Мои маленькие рекомендации помогут вам увеличить ваш заказ и приведут к вам благодарных, влюбленных в вас клиентов. Я вам всем желаю успехов и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!